Old Sacramento, старый Сакраменто. Приехали. Так, 24 декабря, а у нас еще тепло. Едем к Белому дому показать старый Сакраменто, даунтаун. Стану, припаркуюсь и пойду немножко покажу Белый дом. Там будет паркинг. Я думаю, что будет. С этой машиной поедем. Вот сдалека Белый дом там. Сидишь тут, Матюш? Mm-hmm. Я пойду сниму. Немножечко посымаю, пойду. Вот и приехали. Белому дому. И пошли туда вперед. Семи немножко территорию. Позакрывали. Думаешь, туда подойти? Оно закрыто, что ли? А что за дела? Капиталист закрыл, что ли? Что-то они перепуганы этот год, как будто. Недаром перепуганы, видать. Вот Белый дом. Менять этих на демократов надо, на нормальных людей. Засиделись они тут, бюрократы. Позакрывали как будто. Даунтаун. Пойдем с другой стороны. Идем с другой стороны, посмотрим. Раньше можно было подойти туда. Поближе. Они даже елку нормально не включили.
Вот тебе и демократы. Ладно уж, пойдем пешком немножко. Пойдем по территории. Поснимаем. По городу. Такая территория возле Белого дома. Так что придется пройтись. Вот немножко прошел от Белого дома. Мандаринчики растут. Старый город. Повыставляли полицейских везде. Охрана сильнейшая. А что сделаешь? Мракобесы боятся. Да боятся ли кого-то. А нам нечего бояться. Так что идем смело, бодро. И делаем экскурсию. Это все территория Белого дома. Там. Ну, Белого дома в Сакраменто, не Вашингтон, Д.С. Сакраменто, Калифорния. Он похож на тот Белый дом Вашингтон, Д.С. в столице Америки. Но в меньших размерах. Там в меньших размерах. So it's very intriguing how they interview people. My cell phone. Охраняют, боятся полицейских, что-то черный с ними беседует. Я их снимаю. Я пошел дальше. А что мне? У меня контент, съемки. Корреспонденция. А что им? То есть, что мне до них? Вот такое дело, друзья. Это все территория. Я обхожу через город. Территория Капитолия.
парк я обхожу. Пойду в парк. Надеюсь, здесь открыто. Парк возле Капитолия. Люди себе ходят. Доходят. Отдыхают. Вот я обошел с другой стороны. Пошел в парк. И с этой стороны я захожу на это здание. Оно остается от меня справа. Вот территория парка возле Капитолия. Мандаринчики себе растут. И все остальное. Пока еще не сильно темно, немножко будет видно, пока есть время сниму для памяти, для интереса. Красоту. Вот иду. И опять всех поздравляем. Мира, радости желаем. С праздниками вас, дорогие, родные, близкие, знакомые и незнакомые. Все для вас, только для вас. Праздничные дни. Рождества. Чтобы было что посмотреть вам. Чтобы не скучали. Чтобы радовались. Вот такое действие. Попадали мандарины на землю. Некого. Бомжи не хотят собирать, а просят деньги там, возле дороги. Вот бы мандаринки подбирали возле Белого дома. Да и питались бы, как птицы небесные. А так они хотят что-то получшего. Получшего хотят. Видать, им надо напиться. Просят денег. А тут денег то мандаринки сами, то есть апельсинки на полу валяются. А им деньги подавай. Да, вот так она. Жизнь. Декабрь месяц. А я хожу в одной маечке. Да, в одной маечке. Там розы даже цветут, есть, вижу. Вот такая территория. Памятники там. Полицаи поехали на великах. Говорят мне: хай, привет.
а вони меньше надо. Ну, главное, что приветствуются. Не зазнаются, ребята. Тоже хорошо. Вот, продолжаю. Иду. Немножко по парку вот так. Разнообразные тут растения растут. Все зелено. Даже вот бамбук растет даже. Вот. Это пальмы разновидные. Это банана. Вот. Банана. Табличка. Так что все на территории. Разновидности разных деревьев, кустов. То все, что растет в Калифорнии, представлено возле Капитолия, ну, возле здания столицы Калифорнии. Как бы, что в Калифорнии растет, то на той, в этом парке представлено, как бы, символ того, что это Калифорния. Да, ну что, я не ленюсь, все иду и продолжаю снимать, чтобы нечто показать, чтобы вас поназидать, чтобы вы увидели. Вечерний Сакраменто. Немножечко сейчас еще немножечко, да, и пойду до своей машины, потому что там жена ожидает, а я себе снимаю. Это, друзья дорогие, вам как в сказке. Это вам не искусственно, все настоящее. Эти деревья, кусты, вот эти все растет в Калифорнии. Колючие, даже болючие. Ну все оттуда растет. Вот такое. Нас на подоконниках ставили, в кухне или где-то. Алоэ там, чтобы где-то рану залечить. А здесь на улице растет. Все вот такие большие. Алоэ. Вот, все. В лучшем свете. Территория этого парка. Так что, любит друзья, все это натурально. Все это натурально. Пошел дальше. С
смотри, какой большой этот. Они еще имеют плоды, их можно кушать. Когда созревают, можно исты. Так, будет завершающий момент. Немножко еще пройдусь и буду закругляться. Вот такое дело. Уже выхожу из парка. Так, и все, вот примерно вот так. Примерно вот так. Теперь потопал назад к машине. Потопал к машине. Уже темновато будет, наверное, но ничего. Я думаю, все будет добре. Пойдем по светлой стороне, чтобы было видно немножко, что снимаю. Все проходит обычной чередой. Кто отдыхает, кто гуляет, кто празднует Рождество уже, кто отпраздновал. Спокойно, тихо в городе. Все под контролем. Корреспонденты на месте. Так что все хорошо. О, ваш. No problem. No problem. Okay. Okay. Бог там приступает, чтоб не снимал ее еще. Что выступаешь вроде там, чтоб типа не снимай камеры. Еще один идет. Ну, это богатый, видать, с великом. С великом бомж. Этот не сопротивлялся. Ничего не говорит. Не снимай. Смиренный, видать. И жалко, им помогать надо. Но если они хотят подниматься, и вы желали бы. А то ж так все. Не хочет ничего делать, не работать, ни... ничего не хочет. Вот в чем дело.
А вот в чем дело. Автобусы ходят, все работает, все крутится, все вертится. Так что все будет хорошо и весьма хорошо. Так, перейду сейчас на дорожку. Так, это иду и молчу, и думаю, и рассуждаю. Сейчас уже будем возвращаться назад к этому Белому дому опять, потому что там припарковал машину. Стемнело, не знаю, как оно получится. Зелене світло каже їдь і слухаючи кожне. Я кожен, от я і слухаю. Зелений світ, я пішов. Я пішов. Уже порядочно, прошло 30 минут, почти топаю, и не лень даже было ходить, чтобы снять вот так же. Тоже с подсветкой он светится. Там бомжи выступают.
Так, ну это, конечно, решился. Что-то у меня настроение попало хорошее. Что-то я решил снять немного. Живу 20 лет уже в Америке и не снимал даунтаун так, как сейчас. Наверное, историческое время живем. Интересное время. Может быть, для истории. Друзья, все может быть. Думайте, так просто. Наверное, чуйка такая. Чувствительность. Все может быть. Наше время. Последнее время. Возвращаюсь туда, откуда я начал идти. Снова к елке напротив Белого дома, Капитолия, в городе Сакраменто. Столица Калифорнии. Друзья, вам приветствие всем дальним и близким. Вы смотрите хорошие кадры. Вот Ивана Яковлевича и семьи привет. И с пожеланиями мира и добра. Храни вас всех Господь. Не нывайте, не бойтесь, не страшитесь. Будут разные слухи в народе. А вы идите вперед, не унывайте. Не бойтесь. Христос вам родился. То есть Спаситель мира, Христос. Эммануил, что значит с нами Бог. И нам нечего бояться. Нам нужно молиться, улыбаться, славить Бога и не смотреть на все стихии мира. Вот откуда я начинал, сюда и пришел, снял вам прекрасные места. Вот вам елочка, Белый дом. Вот все вам хорошего, приятного Нового года. На этом будет завершение. На этом будет завершение. Завершающая стадия YouTube канала. На этой ноте и остановимся. Все понемножку. Так что все хорошо. Возвращаюсь до машины, да, немножко заполнить эфир, то надо. Видите, розы возле Белого дома цветут еще. Декабрь месяц. Декабрь месяц. Они цветут. Да, цветут. Вот там город. На удаляющем кадре покажу еще раз. Белый дом. И всем всех благ и до свидания с Богом.